Продолжаем выпуск. Руководители кинотеатра, сотрудница которого подверглась нападению сына главного инспектора канцелярии премьер-министра, наняли адвоката для девушки. Между тем, многие правозащитники полагают, что эта история, скорее всего, закончится перемирием сторон. И дело даже не в компенсации ущерба, а в гуманизации законодательства. Нешуточные страсти разгорелись после вчерашних публикаций в СМИ мужественного, в кавычках, поступка Куаныша Туракильдиева. Каратист, так успели прозвать пнувшего в живот девушку парня, видимо, понял всю серьезность общественного порицания и сподобился на так называемый благородный шаг. На своей странице в Инстаграм, где до сих пор красуется его симпатичная фотография, он все же попросил прощения. Правда, не у девушки, а у народа. Не сидели сложа руки и представители потерпевшей стороны в лице пресс-службы кинотеатра «Сарыарка», где, собственно, произошел шокирующий инцидент. Сегодня они разместили пресс-релиз, где указали, что собираются отстаивать интересы пострадавшей девушки. Нами был нанят адвокат, представляющий интересы потерпевшей девушки. В настоящее время ведется следствие, и в связи с этим мы не можем дать какие-либо комментарии. По этим же причинам пока также не представляется возможным прокомментировать состояние нашей сотрудницы. Казахстанцы, возмущенные непростительным поступком сына главного инспектора канцелярии премьер-министра, не верят в справедливый исход дела. Тем более юристы уже заявили, что каратист может отделаться штрафом в 200 МРП. Это порядка 400 тысяч тенге. Или лишением свободы сроком на 2 года. Дело заведено по статье хулиганства, так что возможно и примирение сторон. Появилось новое понятие – медиация. Медиация – это то есть сейчас все... как бы принцип уголовного производства, то есть это гуманизация, а также примирение сторон. То есть такие примирения сторон и судом, и правоохранительными органами, оно приветствуется. Юристы отмечают, что зачастую население склонно путать примирение сторон с откупом. Другими словами, казахстанское законодательство позволяет таким персонажам, как Куаныш Туракильдиев, не угодить за решетку и не подпортить имидж небезызвестных отцов. Для Туракильдиева Булата, отца Куаныша, это, пожалуй, крайне важно, ведь он относительно недавно заступил на работу в престижный корпус А. Марат Такулин, Санат Имангалиев, Куаныш Умаров, Информбюро, Астана.